Добрый день. Вас интересует лечение заболеваний верхних дыхательных путей? Таких как ринит, синусит, гайморит, фронтит, этмоидит, назофарингит и осложнений в виде воспаленных миндалин, то есть аденоидит, тонзиллит или ангина. Знаете, о чем это все говорит? Это говорит о том, что на таком рубеже ваша иммунная система пытается бороться с патогенными бактериями, вирусами или аллергенами. И вот проявление этих болезней показывает эту борьбу. Что вам важно? Помочь своему организму поднять местный иммунитет, укрепить его, чтобы эти болезни вас больше не волновали. И ни в коем случае не стоит использовать местно сосудосуживающие, противовоспалительные, прижигающие препараты. Они не решают проблему, они ее маскируют. Что вы можете использовать местно из народных средств? Ну, самое простое, берете чайную ложку любой соли, поваренную, морскую берете, неважно. Растворяете в стакане воды, берете ушные палочки, смочили, сделали такие трубочки, ставили в нос и дышим через нос. Вдох через нос, выдох произвольно. Морская соль попадает на слизистую, усиливает секрецию слизи, и все бактерии, вирусы, аллергены смываются. Как вы можете еще поднять местный иммунитет? Ну, использовать йоговскую позу льва. Ну, в моей модификации. Не обязательно поэтому рычать на свое окружение или на свое отображение в зеркале. При рычании повышается иммунитет в области горла, прилив крови во всю эту зону и повышается местный иммунитет. Вы можете взять любую плоскую поверхность, смазать по ней, размазать чайную ложку меда или любого густого варенья и слизывать. Лизнули, проглотили. Лизнули, проглотили. Пока вы слизываете, напряжение в области корня языка вызывает прилив крови в эту зону. Когда вы мед размазываете языком по задней стенке глотки, самое обильно насыщенное бактериями место, вы начинаете убивать там бактерии. Потому что мед прижигает и убивает бактерии. Бактерии подавлены, местный иммунитет повышен. То, что вы хотели. Хотите усилить процесс, можете взять бутылку с горячей водой, стеклянную или металлическую, и согреть кисти рук. Можно, конечно, греть ноги, но женщины в определенные физиологические периоды этого делать не могут. Руки могут греть все. Ноги не показано греть, когда там есть варикоз, когда есть там тромбофлебит. Варикоз на руках не бывает. Согрели кисти рук, поднялся местный иммунитет, все прекрасно. Что делать дальше? А дальше нужно решать корень проблемы. Потому что вот эти воспалительные процессы — это вершина только айсберга. А основание находится значительно ниже, в кишечнике. Если в кишечнике снижен иммунитет, если там есть дисбактериоз, если вы давно не удаляли паразитов, то их токсины попадают в кровоток, если их не отсекла печень, они попадают к органам дыхания, вы их видите. Непереваренная пища в виде пищевой аллергии, аллергены попадают в кровь и вызывают местно вот эти все проявления. Поэтому не нужно лечить симптоматически, нужно лечить патогенетически, то есть решать проблему. То есть вы можете вот местными средствами, пользуйтесь, пожалуйста. Но если вам нужно все-таки не сегодня подлечить, а завтра опять заниматься лечением, а вылечить основательно, вам нужно решать проблемы с пищеварительной системой, с печенью. Контакты вы видите. Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Более 25 лет занимаюсь этими проблемами. И комплексно решаю проблемы в организме, а не только по частям. По частям оно, конечно, удобно может быть доктору. Частота посещений пациента возрастает. Но не очень удобно пациенту. Потому что там промочил ноги, там переохладился, там где-то поволновался, иммунитет снизился, проблема появилась. И вы опять ходите к доктору. Для того, чтобы жить полноценной жизнью и иметь высокое качество жизни, нужно просто гармонизировать работу организма и начать все-таки нужно от печки. То есть восстановить работу пищеварительной системы, которая, во-первых, не подгружать будет теперь местно органы дыхания своими токсинами. И с другой стороны, полноценное переваривание продуктов питания даст нужное количество аминокислот для клеток иммунной системы, чтобы они вырабатывали те самые антитела, вырабатывали эндогенный интерферон и не давали никаким хроническим инфекциям поднимать голову и активироваться в вашем организме. Если вам такой подход симпатичен, если вас такое решение проблемы устраивает, контакты вы видите, обращайтесь. О!